позвольте мне от имени руководства регионального центра главного управления передать вам вот этот кубок победы и диплом первой степени. Спасибо. Руководство университета не скрывает гордости за своих воспитанников, дорожит дружбой с МЧС, гарантированным работодателем. Эти ребята, они уже на студенческой скамье, уже знают, где будут работать. Наше тесное сотрудничество с главным управлением по чрезвычайным ситуациям дает самый эффективный, я бы сказал, выхлоп. Только как добровольцы института риска прибывают в части, так пожаров в Оренбурге нет. В Пятигорске Ставропольского края оренбуржцам пришлось защищать честь всего Приволжского федерального округа в 8 номинациях. Студенты не подвели, но столкнулись с трудностями. Везде хотели нас подставить, не получилось у нас на последнее место, потому что мы во всех номинациях побеждали. По боевому разверту мы взяли второе место, уступили только команде сборной города Москвы. Мы считаем, нечестно это было. Мы очень сильно за них переживали. Оренбуржцы твердо намерены подтвердить гордое звание чемпионов на всероссийских соревнованиях добровольных пожарных дружин уже в следующем году.